уже не помню, где тут, куда ходи, куда не ходи, где что чем закончится. Поэтому начну слева направо, да, и потом вниз пойду. Ага, то есть, зайдя налево, я выхожу справа, зайдя направо, я выхожу слева. Очень оригинально разработчики сделали. Волшебно просто. Ну, походу, одна дорожка вниз получается. Туда я и пойду. Внизу уже поинтереснее. Некая тюрьма и два охранника. Я не буду тратить время на стелс-убийство. Немного экшена не повредит. Пульки летят не до конца экрана. Хорошо, конечно, не как в контре, да, где бы то ни было, тебя обязательно попадут. А здесь...